Добрый вечер. В эфире программа «Револьвер». И сегодня моя очередь вести эту программу. Зовут меня Игорь Барсац. Я представлюсь. Я декан Международного института государственной службы и управления Академии при президенте Российской Федерации. И мой гость сегодня очень интересный человек. В какой-то смысле мой коллега. Декан факультета дополнительного профессионального образования Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. Но в данном качестве он, конечно, интересен мне сегодня не столь, сколько в другой своей ипостаси. Партнер кадрового агентства «Том Хант» Сергей Гузев. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, друзья. Сегодня мы поговорим на очень интересную, важную тему. Мы поговорим о карьере. И в качестве такого представления данного вопроса мне хотелось бы процитировать Оливию Холмс с ее замечательным лозунгом: «В нашей жизни не столько важно положение, в котором мы находимся, сколько направление, в котором мы движемся». Я считаю, что в этом своем понимании карьера, этот тезис о перспективе солдата стать генералом немножко устаревает. Поэтому мы сегодня поговорим о смысле карьеры, поговорим о механизмах и средствах ее достижения, что такое карьерный успех. Итак, программа «Револьвер». Мы рады сегодня быть с вами. Надеемся, что вас эта тема заинтересует. Поэтому будем рады, если вы будете звонить нам по телефонам. Код города Москвы выберите 495. Телефон студии не меняется. 65-10-99-6. 65-10-99-6. Пишите нам также на страничку на сайте Финам.фм. Программа «Револьвер». Итак, я выполнил все необходимые реквизиты, кажется, представил все, что только можно. Сергей, поэтому мой первый вопрос к вам. Карьера — это хорошо или плохо? Стоит ее делать или лучше сконцентрироваться на каких-то других вопросах? Что для вас карьера? Игорь, ну, на самом деле карьера, как пишут многие современные книги, это в первую очередь найти себя. То есть, с моей точки зрения, карьера — это некий путь, который жизненный путь, который человек для себя определяет, и как советует этот путь определить с точки зрения того, что мне нравится делать. Самое страшное, что может произойти человеком, построившим свою карьеру, когда ему наступит уже значительный возраст, и он осознает, что все, чем он занимался до этого, всю ту пирамиду, которую он строил, не имеет никакого смысла. Поэтому, с моей точки зрения, карьера — это в первую очередь поиск своего жизненного пути, поиск своего жизненного предназначения, того дела, от которого тепло становится в сердце. И в этот момент тогда работа как таковая, она перестает существовать. И, как сказал Ричард Брэнсон в одной из своих книг, лучшая карьера, лучшая работа — это хобби, которое начинает приносить тебе денег. И, по сути, так и получается. То есть, если человек горит, если он живет тем, что он делает, то он неминуемо обречен на успех. И вот только надо потратить на это количество времени. И мы обязательно с точки зрения карьеры должны представлять себе конечную цель, то, к чему мы движемся, потому что если мы начинаем свой жизненный путь и не знаем точку, не предполагаем точку, куда мы в конечном итоге придем, то, скорее всего, мы никуда не приедем. Так же, как мы на машине выезжаем, едем никуда, куда попадаем, никуда, у нас заканчивается бензин. И вот, чтобы у нас в жизни не закончился бензин, чтобы у нас не закончилась та жизненная энергия и страсть, и жажда собственного развития, мы вынуждены выбирать конечную точку и двигаться в том направлении, которое нас вдохновляет. Ну, не знаю насчет конечной точки, но мне кажется, мы с вами как-то на одной волне, то есть согласимся, что, наверное, смысл карьеры учителя не в том, чтобы стать директором школы. А в чем? Ну, интересный философский вопрос, спасибо. Смысл вот карьеры художника. Вот у нас многие понимают смысл карьеры художника так, что вот если человек сумел открыть галерею как можно ближе к Кремлю, допустим, на Знаменке или Воздвиженке, или сумел как можно больше получить площадей на Большой или Малой Грузинской, то, значит, этот художник сделал большую карьеру. Ну, или вот действительно старый термин, о чем мы, там, старый тезис, о чем мы говорили, то есть смысл карьеры солдата стать генералом. Меняется ли что-нибудь в современном мире? То есть вот что вы озвучивали в качестве своего посыла противоречит вот тем примерам, которые я привожу. Ну, опять-таки, вернемся к книгам, да, то есть сейчас наступает эра такая «Я бренд», когда каждый сотрудник становится неким таким брендом. Даже есть книга хорошая «Том Питерс. Преврати себя в бренд». Рекомендую всем прочитать. Эта книга, в принципе, переворачивает сознание. То есть человек в первую очередь ценится личность, то есть его личностные качества, то мироощущение, которое он несет. Смысл работы учителя, в первую очередь, это позитивное изменение в мире.
Возможно, что и смысл работы любого сотрудника – это то, что ты можешь отдать, тот вклад, который ты можешь сделать в развитие компании, тот вклад, который ты можешь сделать в изменение мира. И, в принципе, это возможно в рамках, опять-таки, если ты горишь этим. Ну вот как вам кажется, мы так как-то философски начали, все у нас так воодушевленно. Вот если нас все-таки слушают и как-то думают на эту тему радиослушатели Финам-ФМ, которые зашли на нашу программу «Револьвер», и вот чьи звонков мы ждем по телефону 65-10-99-6, не скажут ли они, что мы слишком с вами оторвались, что мы говорим о горении, о каком-то вкладе, об успехе компании? Но ведь человек все-таки стремится к личному успеху. И слово «успех», и слово «карьера» очень связаны. Вот когда к вам приходит в агентство молодой человек, вряд ли он говорит о том, что вот он хочет, чтобы компания развивалась, я готов свою жизнь положить на развитие компании. Что обычно вам говорят, когда приходят молодые люди в компанию, говорят, нам нужна работа. Что их движет? Что их движет на самом деле, мотивирует, и что они говорят при этом? Есть две категории, на самом деле. Ну, вот я в основном работаю с топ-менеджерами, то есть это не молодые люди, это уже состоявшиеся люди, то есть получающие достаточно серьезную зарплату, в принципе, и в пенсионном, предпенсионном возрасте, то есть взрослые дядечки такие, которые приходят с целью поменять, улучшить свое состояние. То есть у них одна философия. И, тем не менее, какая, интересно, они уже сделали карьеру, если они стали топ-менеджерами, значит, карьеру они уже сделали. Интересный взгляд, да, то есть первый вопрос мне все время интересный, я говорю, кем вы будете через 10 лет? Вот это такой вопрос, как бы даже и люди в этот момент, топ-менеджеры, которые получают достаточно серьезную зарплату, а топ-менеджеры мы считаем люди, которые получают от 200 и выше тысяч рублей в месяц. То есть у нас были, конечно, кандидаты, которые стоили по 1,5 миллиона, но это такие единичный товар, достаточно интересный. В принципе, вот чем они примечательны, то что в общении это обычные люди, просто уровень их компетенции настолько высок, что работодатель готов платить им эти деньги. И я говорю, кем вы будете через 10 лет? Вот интересны разные точки зрения, то есть разные топ-менеджеры. Один говорит, я буду, например, жить за границей и ничего не делать. Другой говорит, я буду работать в компании, и я буду занимать эту позицию. Третий говорит, я буду предпринимателем. Ну, то есть я наконец-то создам свой собственный бизнес. Вот это взрослые люди, да, которые состоялись, которые уже являются специалистами. Молодые люди, у них основной критерий — это деньги. Вот с топ-менеджерами слово «деньги», оно, ну, мне кажется, уходит на второй, а то и на третий план. И вот, например, человек приходит на собеседование и говорит, я сейчас получаю 500 тысяч, ищу новую работу. Я говорю, какую вам работу предлагать? Он говорит, я рассматриваю там, ну, свыше, равную или выше, но в то же время я готов рассмотреть стартап, я готов рассмотреть меньшие деньги, если мне это действительно будет интересно. То есть эти люди, они обычно топ-менеджеры, не обременены финансовым состоянием, они не снимают квартиру, как вот менеджеры среднего звена, да, то есть у них уже есть дом, и даже зачастую они на собеседовании заявляют о том, что у нас все есть, мне надо интерес, мне нужно то, от чего меня будет просто штырить. Интересный глагол, не скрою. Да, извините. Вот. Интересная ситуация, вот была буквально недавно, то есть, когда приходит топ и говорит, я говорю, ну вот, а деньги, сколько вас интересуют деньги? Он говорит, не думал, но, говорит, ну, не меньше 250, но не потому, что мне деньги нужны, а потому что просто ниже уровень, там, как бы, компании меня не интересует. Вот. А молодые люди, вот что ими движет в развитии карьеры, да, то есть вот они жадные именно до денег, до ощущений, до нового опыта, и поэтому они считают, что основной критерий оценки их эффективности — это в первую очередь финансовое обеспечение. То есть вот две разных категории топ-менеджеров, то есть что движет людьми. С точки зрения развития карьеры, вы говорите философски это все, Игорь, но мы не говорим о том, что, как сказал один из классиков, два варианта успеха. Первый вариант — это вкалывать как лошадь, а второй вариант — случайная встреча. Но я считаю, что для успеха, для случайной встречи мы обязаны вкалывать как лошади. То есть для развития нашей карьеры мы должны понять, какую цену мы готовы для этого заплатить. Ну, сравнение с лошадью очень хорошее, потому что вот мы с вами сейчас вступили 3 дня как в по китайскому календарю в год, какой-то там деревянный, не знаю, какой-то еще лошади. Когда меня спрашивают, какой у вас следующий год по календарю, говорю, у меня каждый год лошади. Понятно, то есть мы должны работать, мы должны видеть результаты своей
своего труда, и для нас, мне кажется, для нормальных людей это очень важно. Не знаю, как встретил год лошади Юрий, но он у нас на связи. Юрий, добрый вечер. Добрый день. Я бы хотел бы задать вопрос такой, может быть, в несколько игровой манере. Вот как вы считаете, что сначала надо стать, а потом быть? Или сначала надо быть, а потом стать? И ответ и то, и другое не принимается. Спасибо. Ну, очень в игровой манере. Все сложные вопросы я по правам ведущего перерисую своему гостю. Сергей, что важнее, быть действительно, что-то из себя представлять, или развиваться, чтобы кем-то стать в будущем? Интересный вопрос такой, сложный достаточно. И отвечать на него надо? Да, отвечать на него надо. Но в первую очередь, как пишут книги, для того, чтобы стать миллионером, надо сегодня начать действовать как миллионер, то есть мыслить как миллионер. С этой точки зрения я хотел бы привести пример одного из, одного из миллионеров, с которым я общался. В 2001 году он проснулся с мыслью, это он рассказывал, с мыслью о том, что его баланс, если он все продаст, минус 1 миллиард долларов. Счастливый человек. Да. Я вот представил просто эту ситуацию тогда. Я с ним общался в 2005 году, а в 2005 году его баланс был плюс 26 миллиардов. То есть он входил в топ богатых людей России, а может быть топ мира. И вот тут вопрос это с точки зрения быть. Наверное, этот человек уже есть. Он вот находится в форме быть, которая позволяет ему, независимо от сложности, становиться, вставать на ноги. Да? То есть... И вот, наверное, надо все-таки начать со слова «быть». То есть и в процессе того, как ты начинаешь, по мере того, как ты начинаешь идти, у тебя появляется путь. Сначала надо осознать себя, а потом уже начать движение. Вы знаете, опять-таки, с точки зрения конечного пункта достижения, что вы планируете увидеть в конце? Я так понимаю, что мы с вами все-таки общаемся зачастую с разными категориями. У вас большинство уже тех, которые что-то добились, которые заработали свои первые миллионы. Лукавить не буду, в той академии, где я работаю, и тот контингент, с кем я работаю, есть разные люди, есть, которые уже добились не одного миллиона и миллиарда, есть и старшее поколение, но мне очень нравится, я с большим удовольствием работаю с теми, кто только поступает, кому 17-18 лет, которые приходят на программы обучающие, это бакалавриат, это дальнейшая программа магистратуры, и мне видно, что очень многие люди именно хотят кем-то стать. Не знаю, мне кажется, что, вот, конечно, какой-то потенциал должен быть, но очень важно в человеке стремление к будущему. Стремление развиваться и стремление достичь успеха. Лукавить не будут. Кстати, первая лекция, которую я читаю в университете, она так называется «Путь к успеху». И мне очень важно понять, что движет молодыми людьми, когда они приходят на программы, которые предусматривают четкий карьерный рост. Вот, кстати, часто меня ругают, что вот именно карьеристы, именно те, кто нацелены на личный успех, приходят на программы в области государственного управления, в области менеджмента, в области паблик-администрирования. И это, да, так оно и есть. Это люди стремятся к какому-то карьерному, кадровому, перспективному, к успеху, одним словом. И мне кажется все-таки, что вот здесь очень важно правильно их смотивировать на первой стадии. Если позвольте, я немножко такой теории управления, ведь есть разные понятия карьеры и разные понятия, что значит карьера. Вот мы, мне кажется, очень примитивно все понимаем, что карьера — это обязательно шаг вперед. То есть наверх, по вертикали, то есть сегодня ты просто бухгалтер, потом главный бухгалтер, потом очень главный бухгалтер, потом там замфиндиректора, финансовый директор, зампо и так далее. Это вот одна линия карьеры, такая вертикальная, но ведь давайте расскажем и слушателям, что ведь карьера бывает разная. Бывает карьера горизонтальная, когда человек, по сути, даже не увеличивая ни заработную плату, не меняя в названии должности именно некой карьерной такой перспективы, но он видит что-то новое, он получает новые знания, новый опыт. И ведь еще есть замечательная карьера, мне кажется, когда человек остается работать на том же самом месте, по сути, не меняет надпись на своей визитке, оставляет те же самые телефоны, но увеличивает свое влияние, увеличивается сфера его воздействия, увеличивается количество вопросов, которые он решает. И вот, мне кажется, вот из этих трех видов карьеры главный, самый интересный, наверное, последний. Но вот с такой мотивацией к вам люди приходят? Нет, такие люди не приходят, их больше хантят. То есть вот это, хорошо с глаголами, штырить мы уже проехали. Теперь по существу, что такое хантить? Хантить — это когда есть определенный заказ, да. Есть, например, компания-конкурент. Вот, она видит, что в данной компании
в компании конкурент работает некий успешный топ-менеджер. Вот, она обращается в кадровое агентство и говорит, нам нужен этот человек. Вот, цена там такая-то или цена не имеет значения. И вот такого человека, то есть кадровое агентство, оно находит к нему подходы, назначает с ним встречу, ведет с это ним... Это все делается тайно, конечно, шпионски, так, чтобы никто не узнал, по тайных квартирах или в тайных кафе. Вот как это происходит? Как хантить? Нет, я объясню, почему я спрашиваю, потому что я вот сейчас, извините, буквально на одну ремарку. Самая главная проблема нашей страны — это кадры. Мне кажется, самая главная проблема любого работодателя — это найти умного, интересного человека. И когда мы его видим, мне кажется, у всех глаза уже наливаются такой жадностью, и все мы хотим его заполучить. Вот как заполучить того специалиста, который вам очень нужен? Ну, это есть определенная технология. То расскажите. В первую очередь, это, конечно же, назначить ему встречу, потому что никакие телефонные переговоры ни о чем не ведутся. Да? То есть, ну, самое простое, это понятно, что в крупных корпорациях, и мы говорим именно о таких специалистах, которые работают в крупных корпорациях, есть система безопасности, их обязательно прослуживают и так далее. И нам этого человека главное не скомпрометировать. То есть в процессе его... Вы благородны. Да, почему? Потому что если позвонить напрямую и предложить работу, он, ну, нам же нужен результат, нам не нужен процесс. Если мы позвоним ему напрямую, человек, который получает достойную зарплату, например, 600 тысяч долларов в год, то он никогда в жизни не согласится там с вами беседовать ни о чем по телефону. Соответственно, наша задача в первую очередь выйти с ним навстречу. То есть по телефону, через e-mail и так далее. Ну, то есть мы должны продать некий, причем абсолютно неконкретно говоря, мы должны продать встречу. Uh-huh. Вот, далее идет встреча. Там встреча, опять-таки эти кандидаты, они не всегда готовы обсуждать любые формы трудоустройства, потому что внутренние службы безопасности делают такие проверки. Они искусственны. Для чего нужно работодателю это получить, чтобы потом иметь возможность первое либо уволить этого человека, либо манипулировать. Да? Вот ты хотел у меня уволиться, вот там, ну, соответственно, вот там зарплату я получал тебе... 600, будешь 500, да? Да, получал 600 тысяч долларов в год, да, будешь получать 500. Ну, то есть вот такие делают, и поэтому они все держатся за свои места. Это высокий доход, мы понимаем, что... И очень сложно человека именно вывести на разговор. Поэтому мы, например, самый простой вход, а не можете ли вы порекомендовать человека на данную позицию? Ну и показываем ему там потенциальный, как бы, его пакет, который он получит на новом месте. Ну это вот человек начинает думать, да, потом как, на каком-то этапе мы просто задаем ему прямой вопрос. Вот есть такое предложение, да, вы там, нам интересны, да, там, вы, мы готовы рассмотреть условия. А если мы получили доверие этого человека, то в этом случае мы можем... уже начинать обсуждать. И только последний этап, он идет уже к работодателю, то есть непосредственно к собственнику, и беседует с ним, то есть уже они идут на прямой разговор, потому что до этого это все подготовительно, все делает кадровое агентство. Вот скажите, а у нас в стране развиты подобные агентства, ну, произнесу это слово, которое пытался избегать, так, хедхантеры, правильно? То есть охотники за головами. Ну, звучит немножко так с таким легким акцентом индейцев, то есть охотники за скальпелями, но здесь вот охота за мозгами идет. Вот как развит этот рынок в нашей стране, в Москве? Вот, что бы вы могли сказать на эту тему? Ну, мы можем почерпнуть эту информацию из СМИ и увидеть, как часто мы читаем в той или иной газете информацию о том, что тот или иной топ-менеджер крупной корпорации перешел на другую работу. На самом деле это очень редко. Ну, если вот мы понимаем, да, то есть они редко меняют работу, соответственно, это такая тяжелая и недостаточно развитая профессия. Ну, что интересно, как бы, то в это вовлекаются еще и средние компании. А еще интереснее случай у меня был такой, когда нас заняли, чтобы мы схедхантили работников отдела продаж и трудоустроили их. Это было очень удивительно. Для чего? Чтобы компания потеряла свои позиции. То есть не доставаешь же ты никому, да? Да. Просто задача была трудоустроить весь отдел продаж. То есть мы должны были их схантить и трудоустроить. То есть это называется outplacement. Ну, как-то неблагородная задача. Или деньги не пахнут, заказали, проект выполнили, и все довольны? Ну, мы людям предоставили более высокую зарплату, потому что данные проекты, там менеджеры работали на 80 тысяч, а мы им дали зарплату от 150 тысяч. Спасибо. В эфире программа «Револьвер». Мы, Игорь Барцес, представитель Академии при президенте Российской Федерации, и Сергей Гусев, партнер кадрового агентства «Том Хант», обсуждаем вопрос карьеры. Начали мы, конечно, очень философски. Мы говорили о ценностях, о смысле карьеры, о смысле успеха, что движет людьми, об их мотивации. Но к первой рекламе, к первому перерыву мы подходим весьма с практичными заявлениями о том, как все-таки увести нужного вам сотрудника из другой компании, чем заниматься агентства по поиску таких голов, и мы продолжим это после рекламы.
Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Револьвер». В эфире программа. Слушайте нас на частотах Финам ФМ. Звоните в студию 65 10 99 6. И мы, Игорь Барсас и Сергей Гусев, партнер кадрового агентства Том Хант, продолжаем говорить о карьере, об успехе, о перспективах карьерного роста. И я очень рад, что у нас на первой линии Егор. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Егор. Вы знаете, если позволите, хотел бы такое, ну, там, пожелание или как там это, замечание я вам не могу, наверное, делать. Почему, вот, пожалуйста, мы всегда... Режет слух вот эти вот, знаете, всякие сленги, хантить. Ну, мы в России живем, давайте себя уважать, вот, уважать свой язык, уважать людей. Ну, что мы вот, в Америке же не разговаривают на русском сленге, правильно? Абсолютно с вами согласен. Это первый момент. Егор, но я все-таки, извините, в качестве адвокатства, первый глагол у нас был «штырить». Был именно хороший русский глагол. «Штырить» — это я про «штырить» ничего не сказал. Да? Ладно. По теме, можно сказать? Конечно. Ну, разговор, конечно, интересный. Вот я тоже в свое время там и работу искал, и прочее. Знаете, во-первых, о какой охоте за мозгами, что называется, у нас идет речь, когда кругом и рядом топ-менеджеры, высокие управленцы, это родственники, друзья. Ну вот все идет, вот кто у нас управляет госкомпаниями, правильно? Друзья все знают кого. Давайте следующий момент. Приходишь устраиваться на работу, но такое впечатление, что человек боится тебя взять, потому что ты окажешься умнее его или уже умнее его, а тогда что он будет делать, вот этот руководитель? Понимаете, о чем я говорю? То есть у нас как такового это, ну, мне кажется, слабо вот чисто конкурентном виде рассматривать этот вопрос, как среди вот, ну, там, пробежал быстрее 100-метровку, вот кто пробежал, тот и чемпион. У нас же не так. Егор, вы затрагиваете уже очень важные социальные проблемы. Начали мы с вами с языкознания. Я тоже не люблю иностранные слова, но так сложилось, что слово «хантер», «хедхантер» вошло в русский язык. Да, согласен, что надо искать синонимы. Этим мы, наверное, займемся как-нибудь в свободное время. Правильно. Договорились, Егор. Это же от нас зависит, от нас зависит. Давайте искать так «охотник за головами». Ну, как-то это вот будет звучать более кровожадно, чем такой более стыдливый английский версии. Спасибо за замечание. Будем думать, конечно, как обзывать эту сферу деятельности. Но вот если говорить вот по существу, действительно, говорим ли мы, можем ли мы сказать, что у нас сегодня существуют свободные лифты, свободные перспективы для карьерного роста? Или вот, как говорит Егор, все зависит, ну, не будем говорить о связи конкретных, которые вот вы очень четко это обозначили, но в целом, действительно, когда речь идет, чтобы поступить на работу, нужно иметь контакты, связи, а уже потом голову. Ваше мнение? Ну, я хотел бы привести два примера по этому поводу. Первый пример — это... Можно, конечно, концентрироваться на том, что у нас связи. Я часто слышу, особенно когда мы работаем на Кавказе, клановость там у нас в стране, и в России у нас все поделено, и вообще невозможно стать поставщиком «Газпрома», потому что везде коррупция. На самом деле это не так. Вот. На самом деле, если... Как это? Два варианта. Если долбишься головой в стену, или лоб пробьешь, или стену сломаешь. Вот. Но, правда, есть, знаете, замечательная польская фраза. Ну вот, и зачем ты бьешься головой в эту стенку? Ну, пробьешь ты ее. Что ты будешь делать в соседней камере? Вот. Так вот, два примера. Первый пример — это, например, некоторое время назад мы познакомились с Николаем Прянишников. Николай Прянишников — это директор Microsoft России. И он рассказывал про свою карьеру из обычного торгового... Что он искал у вас? Ну, мы с ним делали один проект социальный, то есть кадровая компания еще там реализует ряд социальных проектов, и мы с ним вместе просто сотрудничали. Он активно поучаствовал, и вот именно на фоне социальных проектов, наверное, сотрудники некоторые имели возможность впервые с ним пообщаться, вот, потому что он очень занят. И вот он рассказывал про свою карьеру, то, что на самом деле он рассказывал детям, поэтому то, что он был торговым агентом и работая много, выстраивая, то есть как бы постоянно будучи активным в рамках своей работы, стал руководителем Microsoft России. Ну, это первый вариант карьеры, то есть там... То есть у него не было волосатой руки, как мы в советское время еще говорили, никто его не давал ему, как это называется, толчок... Да, вот как-то так подтолкнуть. То есть человек сам себя сделал. И я думаю, сейчас Егор уже вышел из эфира, то, что называется self-made man, да? Да,
Да, self-made man. И по поводу того, что люди у нас берут людей глупее, чем я, ну, то есть глупее, чем они, это действительно есть такой момент, что... Есть страх, да, что кто-то придет и будет умнее, чем я. Да, кроме собственников. Если вы разговариваете с собственником, то собственники зачастую сейчас заинтересованы в умных, квалифицированных кадрах. Но мне кажется, что это как-то абсолютно неправильно. Ведь вот дело руководителя не в том, чтобы он был самый умный, а в том, чтобы он мог по максимуму использовать ум, знания и опыт тех, кто оказался в его сфере действия. Абсолютно верно. И вот брать пример, например, Генри Форд, когда однажды его пригласили на пресс-конференцию и пытались уличить в том, что у него не было образования, а у него не было образования, но при этом он создал глобальную корпорацию. Он сказал, у меня есть тысячи сотрудников, которые умнее, чем я. И вот недавно я разговаривал с одним, как-то мне повезло, вот приезжал в высшую школу экономики, бывший руководитель статуправления Соединенных Штатов Америки. И вот задал ему вопрос, принцип отбора персонала в Соединенных Штатах Америки. Он говорит, ну, два принципа на самом деле. Первое, человек должен быть умнее, чем я, потому что я не буду платить. Если я сам все могу делать, зачем он мне нужен? И второй принцип управления, как он играет в песочнице. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, на самом деле, люди становятся, мужчины с годами просто больше, и мы также продолжаем делить друг с другом кубики. Вот. Поэтому командная работа и умнее, чем руководитель. И если руководитель нацелен на результат, то, я уверяю вас, он будет выбирать себе более квалифицированного сотрудника, тем более на большие деньги. Если мы говорим с точки зрения карьеры, зачем ему брать неграмотного финансового директора, когда он готов, ну, когда ответственность лежит там миллиарды там, рублей, а то и долларов. У нас на линии Илья. Илья, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Вы знаете, не соглашусь с предыдущим звонившим слушателем в плане языка, потому что есть так называемое понятие профессионализм. То есть это выражение, которое в данной сфере деятельности принято и негласно все ими пользуются. Поэтому мне, например, хотя тоже здоровый русский язык абсолютно не режет слух, вот такие... англоязычные сокращения, переделки слов из английского, ну, так повелось, потому что действительно управление персоналом, персонал, карьера, рост, это все-таки все пришло с Запада, у нас как-то в стране не было. У нас вот как раз соглашусь тоже со слушателем, что кумовство, родство, действительно, ну, если брать процентные отношения, на мой взгляд, имеет все-таки пока больше процент, нежели вот, как вы сказали, когда должность и карьера именно за счет знаний, заслуг и так далее. Потому что вот то, что вы сказали, пример Microsoft, ну, я знаю тоже пример Моторс-карьера нашего российского, ну, москвича, да, достаточно высокий, занимает, пробился сам, не вопрос. Но, к сожалению, это лишь в западных и прозападных компаниях, которые пытаются как-то выстроить свой бизнес на западный манер. А в большинстве российских компаний по-прежнему связи, 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 связи. И очень тяжело пробиться. А что мешает, например, прийти в компанию, создать эти связи, там, реализоваться, там, завести знакомство с директором, там, стать главным помощником? Вы же, в принципе, для этого идете, чтобы улучшить состояние компании. Соответственно, приходите туда, начинаете налаживать, показываете свой результат. Предпочтение все-таки дается человеку из своего круга, либо родственнику, либо знакомому, потому что наши компании, особенно компании, связанные с бюджетными деньгами и всякие вот РАО там и так далее, то есть «Газпром» крупные компании, там гораздо важнее не деловые качества человека, а сотрудника, да, а то, что этот сотрудник не подставится, хранит в тайне свой проверенный. Пусть не самый хороший, зато надежный, не расскажет, никому не сольет информацию. Ну, у нас был такой случай по поводу одной из компаний. Как раз вот она была выстроена на том принципе, который вы говорите. Когда свою команду тянули, то есть это одна из корпораций, не буду уточнять, какая. Но в конечном итоге они пригласили нас для того, чтобы мы сделали аутплейсмент 60 сотрудников. Аутплейсмент — это увольнение с последующим трудоустройством. Чем, спрашиваем, обусловлено было такое решение? Потому что признали неэффективной, соответственно, оптимизация персонала, найм новых сотрудников, более квалифицированных, а команду, опять-таки, собственник не совсем увольняет в никуда, а он просто нанимает кадровую компанию для того, чтобы она их пристроила в хорошие места на достойную зарплату. Согласитесь, что это исключение из правил. И да, я согласен. Есть примеры, у меня тоже есть примеры, когда компания ломала себя и переходила на правильный подбор персонала, правильное выстраивание компании.
Но согласитесь, что это лишь малый процент из того количества компаний, которые действуют у нас вот на рынке и работают. Пока мы, как говорится, не европейцы, пока мы азиаты, пока у нас все по-старому, на мой взгляд. Илья, а можно нескромный вопрос? Конечно. Мы с вами не знакомы, поэтому лично. Вы себя относите к топ-менеджерам, менеджерам среднего звена или к начинающим? Среднего. Но наемный, среднего звена, наемный работник, специалист. Вам помогали делать карьеру или вы ее делаете сами? Нет, я ее делал сам, но я понимаю потолок в этой компании, потому что топ-посты все-таки занимают доверенные лица, личные связи. То есть я понимаю, что я достигну какого-то определенного потолка, и рано или поздно... То есть я не планирую этой компании, как вот японцы, знаете, да? Да, всю жизнь. Да, всю жизнь. Нет, я достаточно, ну, как часто... Там 3, 5, 7 лет, в зависимости от непосредственной работы, меняют место работы именно потому, что упираюсь вот в этот потолок, к сожалению. Спасибо, Илья. Но, кстати, вы нам дали очень важную тему ее развития. А есть такая даже теория, версия, что для того, чтобы человек развивался, ему каждые 3-5 лет, прямо по Илье, нужно менять работу. А как вы считаете, Сергей, есть смысл действовать по этой версии, либо есть другая версия, которая мне близка, вот то, что я озвучивал, работать на одном месте, но расширять свою зону влияния, ответственности, авторитета, полномочий. У меня был такой топ на собеседовании, как раз он работал в одной компании, и вот он расширил свои возможности, да нельзя по горизонтальной. И вот он говорит, я понимаю, что мне уже тесно. Работает он там как раз где-то в районе 7 лет, и говорит, я хочу перейти, потому что я уперся в тот потолок именно развития. Не с точки зрения, как бы, говорит, единственное, если там, ну, не станешь же ты собственником этой компании. Ну, вот. Партнером, да, вот в американском таком понимании, когда человек становится партнером компании. Очень редкий случай с точки зрения партнерства в российских компаниях. Даже есть прецеденты, когда в конечном итоге обещают собственники партнерства, а в результате не выполняют свои обещания. Это одна из причин увольнения. То есть приходят люди, говорят, мне обещали одно, выполнили другое. Я считаю, что с точки зрения развития карьеры, наверняка, вот очень опасно, очень большие опасения вызывает у работодателя, это когда человек, например, каждые 2 года меняет работу. Ну да, это подозрительно. Ну, это называлось текучка кадров. Да, то есть это очень плохо. А еще хуже, если он меняет, он был, например, директором по продажам, потом стал генеральным директором, потом стал, я не знаю, директором по закупкам. То есть нету фокуса определенного. Да, у него очень хорошие позиции, да, он там говорит, декларирует хорошую зарплату, но фокуса в развитии карьеры нету. Соответственно, вероятность его трудоустройства достаточно низкая. Вот наша задача, как специалистов в той или иной области, подойти, например, к 45-50 годам жестко сфокусированными. То есть мы должны быть уникальными специалистами в той или иной отрасли. Неважно, это финансы, неважно, это там закупки и так далее. В этом случае мы становимся как раз вот, у нас, ну, выходим на уровень топ-менеджера, мы становимся экспертными работниками. То есть нас там чему не научить. Однажды я разговаривал... Подождите, то есть вы хотите сказать, что в 45 уже ничему нельзя научить? Можно. Нет, это очень болезненный момент, потому что ровно месяц назад мне стукнуло, извините за это, опять русский язык, 45. То есть я уже не обучаемый? Нет, вот неправильно выразился, извините. Тут подошел, приходил ко мне еще один топ, он директор по рискам. Угу. И у него куча высших образований, он продолжает учиться. Ну, это называется маленькая библиотека дипломов, это не повод для гордости. Да. Ну, нет, он очень хороший специалист. А одна, вот, просто почему я так сказал, невозможно учить, я вспомнил пример, директор новороссийского цементного завода, директор по закупкам, там был дедушка такой, которому было 80 лет, я ему начал что-то говорить, он говорит, слушай, я 50 лет в закупках, что ты мне можешь говорить? Нет, ну вот я не соглашусь с этим вашим дедушкой 80-летним, потому что считаю, что учиться надо всю жизнь. И здесь в эфире уже прозвучала высшая школа экономики, что был 1-1. Я должен сказать, что вот все-таки лозунг Академии при президенте — это учиться всю жизнь. Что он, программы обучаемые и обучающиеся должны быть всех возрастов. Мы должны говорить об образовании до школы. Ну, школа — это отдельная история. Мы хотели, кстати, говорить сегодня на эту тему, но вот вчерашний инцидент нас немножко сместил на тему карьеры. Учиться надо по окончании университета, учиться надо, будучи на работе. И мне кажется, ведь жизнь меняется. Даже когда тебе 80 лет, но меняется все вокруг, меняется законодательство, меняются условия, и человек перестает быть современным. Не знаю, на эту или нет, но у нас на линии Константин. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы вот в продолжение разговора, да, первое, это то, что
с двумя предыдущими вашими собеседниками, я бы не согласился. Ну, я имею в виду те, кто говорят то, что в России все куплено, все места заняты. Ну, в какой-то степени я бы согласился. Ну, я работаю, во-первых, в одной из крупных компаний, да, добился всего сам. То есть я работал в двух крупных компаниях сейчас в Москве. Одна вот последняя, текущая, да, это энергетическая компания, не буду называть какая. По поводу того, что там все куплено, ну, я могу так сказать. Конечно, вот если самая верхушка, да, ну, наверное, люди стараются в первую очередь пристроить своих там детей и родственников, но я не считаю, что все закрыто, да. Если видит то, что сотрудник, ну, я являюсь руководителем среднего звена, начальником сектора, и я могу так сказать, если я вижу, что там мой сотрудник очень хорошо, так сказать, стремится к чему-то, да, понимает, учится, как вы правильно сказали, то я лучше возьму его, да, чем нежели там моего друга какого-то, который, ну, не знает чего-то. Но в силу того, что он мой друг, да, я бы его взял туда. Нет, потому что, во-первых, это ответственность за самого друга, то есть если он что-то сделает плохое, да, и меня уже потом в первую очередь обвинят, то есть кого ты привел и так далее. То есть, ну, может быть, если на самом верху, да, я имею в виду топ-менеджер, там, генеральный или учредитель, конечно, это может быть. Есть такие у нас даже в компании случаи, что там сына пристроен. Ну, Константин, я понял вашу мысль, если позвольте, я ее сформулирую. Мысль ваша первая о том, что даже в энергетических компаниях нужны умные люди, которые работают, а не просто вместе проводят свободное время. А все-таки в чем вопрос ваш? Алло? То есть я так понял, что Константин не выдержал моего подводки, констатации, либо энергетическая компания была возмущена. Действительно, если мы разовьем эту мысль, все-таки... Сергей, я бы хотел два момента сказать. Я хотел бы два момента сказать. Во-первых, по поводу цены на топ-менеджера. Вот как делается внутренний заказ работодателем. Вот он говорит, надо найти человека, ну это важно знать. А потом я вернусь к ответу на этот вопрос. Надо найти человека на 200 тысяч. Вот. Ну и спрашиваешь, на 200 искать? Он говорит, ищи человека на 400, вот. Но нужен человек, ну зарплата 200. То есть если вы высококлассный специалист, собственник готов всегда двигаться. И для собственника крупной корпорации там 200 тысяч это не, ну, это погрешность такая в рамках его деятельности. И второе, всегда, я уверен, всегда можно устроиться на работу, если ты движешься. И вот эта вот история там, она больше для тех, кто не хочет искать, вот тех, кто два раза получил отказ и боится двигаться дальше. Если позволите, очень кратко ответьте. Образование и карьера, вот по вашему опыту, они связаны? То есть для того, чтобы сделать карьеру, нужно проходить какие-то дополнительные программы или все-таки такой прямой зависимости нет? Ну вот с точки зрения формирования резюме сейчас у нас, вот то резюме, которое мы предлагаем на рынок, у нас образование идет предпоследним пунктом. Почему? Потому что сейчас для работодателя важно именно те компетенции, которыми обладает работник. Вот первое — это компетенции, далее опыт работы, потом идет образование. Но без образования на работу выйти невозможно. То есть если нет высшего образования, это некий порог такой. Ну, есть компании, в которых необходимо профильное образование. Это химические компании, это нефтяные компании, может быть, энергетические. Там это ключевым требованием является. То есть образование и его влияние на устройство на работу, наличие его сейчас возрастает, по вашему мнению? Я считаю, что да. Я считаю, что да, но уровень компетенции в первую очередь идет все-таки. Спасибо. Мы будем завершать. Меня зовут Игорь Барцев, представитель Академии при президенте Российской Федерации, мой гость Сергей Гузев, партнер кадрового агентства Tom Hunt. Мы сегодня говорили о карьере, говорили об успехе. Я думаю, на эту тему трудно, эту тему трудно завершить, эту тему трудно полностью осветить, потому что для каждого из нас карьера имеет свой смысл. Каждый из нас хочет добиться успеха. Я пожелаю вам успешной карьеры. Всего доброго. В эфире была программа «Револьвер». Удачи.